предыдущей серии. Мефодий, а я тебя нашел. Я знаю, зачем ты здесь. Берешься за это дело? Я попробую, но если это тот, кого мне показали, у меня нет шансов. Ты... Ты ведь тот, о ком я думаю? Да. Да, ох уж эти синежопые эльфы. Ты снова пал в бою. Я верну тебя к жизни, но ты знаешь цену. Знаю. Воскрешай. Виги, хватит себя мучить. Отдай ты Армагеддон. Но ты знаешь, я не могу. Но ты ведь знаешь, какую цену тебе придется за это заплатить. Да. Знаю, но мне нужно идти до конца. Хорошо, главное не забывай, кто ты, мой фури-воин. Итак, Иппи, ты не справился с заданием. Я предупреждал, что могу не справиться, и это действительно был он. Да, а как ты выжил? Ну, сила богов, ветров, частичка земли и огромный стояк, я ведь шаман. А, ну да. Так, стоп, а почему ты от темы увильнул? Ты знаешь, кто он? Не твое дело, Хиппи, и ты не справился, и я нашел тебе замену. Знакомься, это синежопая эльфика Энфигур. Но она нас не понимает, поэтому говори ее переводчику. Говорит на эльфийском. Привет, уебаны. Привет, уебаны. Чё, вылупились? Чё вам нужно-то от меня? О, приветствую вас, уважаемые. Чего созволите? Передай этой сучке, что вернулся один наш уебан с того света и хочет нас отпиздить. О, моя госпожа, тролль говорит, что с того света вернулся один ваш знакомый, и он жаждет мести. Так... Ты, говна кусок, меня сюда из-за этого позвал? Я, блять, спала так хорошо, посрала, а тут всего-то зеленый вернулся. Госпожа говорит, что с удовольствием пришла сюда и поняла, про кого вы говорите. Да кто он? Откуда вы его знаете? Да этот уебан единственный воин из клана Дев-Воительниц. 10 лет назад мы тарахнули все это поселение и убили всю его семью. Ёбаный насос, лягаю бульбу, Мефодий, побежали! Ну привет, ёпта. Ну что, кусок коричневого воина, пошли выйдем. We'll be right back.
Я иду за тобой.